Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу, как оформляла вот такой тортик из белково-заварного крема. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для роз буду использовать насадку 127 и насадку лист розы. Цветок будет небольшой, поэтому делаем небольшую базу и начинаем закручивать сердцевинку розы. Теперь делаем листики. Вот такая розочка в итоге у нас получилась. Торт у меня высотой 7 сантиметров, здесь в диаметре получается 30 сантиметров и где-то вот приблизительно 25-24 сантиметра поперек. Нам нужно поставить двух лебедей и вокруг них сделать, не сделать, а выставить розочки. Изначально ставим лебедей. Урок по лебедям есть на канале. Внизу оставлю вам ссылочку. Насадкой 104 будем делать маленькие цветочки. Такие. Можно сделать 3, 4 или 5 листники. Берем корнетик, отрезаем маленькую дырочку и сейчас будем создавать с вами паутинку на тортике.
маленькой насадкой звездочка делаем небольшие узоры по периметру. Насадка 1М. Вот такой тортик в итоге у нас получился. Я, как всегда, надеюсь, что данный урок вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.